Сейчас мы гуляем по набережной города Мариинский Посад. Город был основан в 1650 году, но до 1856 года он назывался Сундырь. В 1856 году по приказу Александра II он был назван в честь его жены Марии Александровны, Мариинский Посад. Мария Александровна ни разу здесь не была, но в честь нее здесь поставлен памятник. Мне очень нравится архитектура нашего города. Благодаря купеческим домикам создается атмосфера прошлого. Очень нравится гулять как раз-таки по таким улочкам. Здесь около 9 тысяч жителей в нашем городе. И все друг друга практически знают. Все культурные мероприятия города проходят именно на набережной. Здесь мы встречаем гостей, которые проплывают по Волге. Ну, вечером время подростков. Выходят подростки и компаниями. Либо сидят на набережной, либо в парке нашем центральном. Подростки нашего города более дружелюбные и сплоченные. Это я привык к веселью, вниманию, люблю потанцевать там, ходить, пообщаться с друзьями. Этот город, он маленький, и ты обходишь все за час, и просто потом сидишь на скамейках в центре парка и общаешься. Вся наша молодежь часто сжигает под песню «Ташла из чу», «Ташла из ча» и так далее.